песнях военных лет хранится наша доблесть, гордость и память о героях Великой Отечественной войны. В детской школе искусств дань благодарности ветеранам за мирное небо над головой отдали артисты поселка Развилка. Мы знаем, что нынче лежит на весах и что совершается ныне. Час мужества пробил на наших часах, и мужество нас не покинет. Светлый праздник со слезами на глазах музыканты, певцы, актеры встретили вместе с ветеранами Великой Отечественной войны, в честь которых в этот день звучало много теплых слов и поздравлений. Сердечно поздравляю вас с этой знаменательной 74-й годовщиной Великой Победы. Желаю каждому из вас крепкого здоровья. Желаю мирного неба над головой и благополучия. Нам досталась эта победа ценой миллионов жизней. На фронтах, в тылу, в концлагерях. Сколько погибло наших людей. И вот это главное, что сегодня мы должны доносить до нашего подрастающего поколения. Слова благодарности выражали и юные жители Развилки. Николай Родионов признался, что даже вступил в ряды волонтеров, чтобы помогать ветеранам, ведь самым молодым из них 80 и больше лет. 9 мая – это праздник всех ветеранов. И нам надо помнить, что и не забывать то, что они такой совершили подвиг, и столько лет провоевали и дали нам жизнь. В этот праздничный день было исполнено много песен военных лет, а юные актеры детской школы искусств показали спектакль, основой которого стала известная поэма Александра Твардовского «Василий Теркин». Теркин встал, а может, дед, у нее развода нет, сам пилу берет, Анну, как? В памяти героев, отдавших жизнь за светлое будущее, а тех, кто сражался за Родину, будет вечно жить в наших сердцах. И хочется верить, что будущие поколения россиян будут верно хранить историю Великой войны и передавать ее своим детям. Анастасия Воронина, Евгений Садовский, Ольга Садовская, Видное ТВ.